Лучок, картошечка, морковочка. Давай, давай, закипай. Вот я тебе на суп, на. На суп, а ну покажи. Да? Может и хватит. А может и не хватит. Да. Ну, я люблю, когда гороха много. И ты тоже. Ну вот, тем более. Значит, Леша продолжает чистить. Так, у меня здесь стоит роза вот эта вот. Я никак ее... Ой, до ума. Не доберусь до нее. Она уже подсохла. А я хочу посадить, порезать ее на два черенка и посадить. И никак не выберусь. Так, это отставляем. Режем картошку. Режем картошку и морковку. Для супа. Картошечку порежу меленько, как горошек. Вот. Так хочу. Леша, чуть-чуть прикроти. Пойду покури. Пойду покури. Хребет болит. Хребет болит. Вот так вот, Лешек, вот это готовка. А ты думаешь, что это все так легко и просто? Завязано с этой готовкой. А? А я всегда, когда долго сижу, у меня поясница. Так это ты еще сидишь. Все, горох меня добил. Горох добил. Вижу горох. Ой, блин. Лучок, ну пускай еще варится, пока картошечка сварится. Горох он быстро сварится, пускай закипит картошечка. Вот. Ну вот, это, наверное, будет маловато. Пойду помогу Лешику, потому что Лешик же он чистит как в развалочку, вот так с расстановочкой, вот, наверное, через один стручок, один в рот, один сюда, вот. Пойду помогу. Ну что, ребята, сходила укропчика, вот нарвала. Он уже начал желтеть вот так. Но он все равно пахнет. Он все равно пахнет. Даже, наверное, лучше еще пахнет, чем такой вот зелененький. Так, все. Где наш супчик? А где наш супчик? Луковичку выбрасываем. Не в мусор выбрасываем, а курочкам. Так вот сварилась. Так я ее вот раздербаню, чтобы она остыла быстрее. Вот. О! Так. Горох. Добавляем горошек. И укропчик потом.
сейчас пока хочу порезать пол помидорчика туда и пол перчика. Вот такой вот будет у меня супчик. Такой вкусненький. Перчик очень люблю во всем, во всех блюдах. Я люблю. Вот, прям вот с этой серединочкой, вот с этой. Сейчас вот этот хвостик отрежем. А это будет вкусно. Как сразу такой аромат пошел. Это домашний. Так, помидорчик. Уже маленькими кусочками такими. А, там чайник. Ладно, я молчу. Можно немножко добавить водички. Это же я не я, если не через верх. Вот, нормально. Ой, какой будет красивый супчик. Ай, на. А еще яйцо будет. Угу. Все, пускай закипает. Вот я, ребята, вот так только стукнула яйцом об яйцо, да? Она уже тут. Обе они уже тут. Яйцо хотят. Сейчас дам. Сейчас дам. Нате. Обеим. Лизка, ты чапаешь, как? Ой, дай. Что это у тебя? Блин. Ну. Еще дать. Да. Прямиком вот там. Вот так вот просто все. Так, все. Все, хватит вам. По чуть-чуть. Нет. Так вот. Вот люблю вот такие супчики с яйцом. Вот. Вкусненько будет. Так. А пахнет как? Все, сейчас приправки. Сейчас приправки, укропчик. Укропчик порежу меленько. Вот так вот. Что такое? Все, что ты там? Нервничаешь. Не надо. Одежда умирает последней. А? Одежда умирает последней. Кто? Надежда. А мне послышалась одежда. Так, это сюда. Надо посолить. Посолить. Куркума. Куркума у меня. О, несите там, горох. И заканчивается. Так, ну что, отнести все, пойдем. Так, подожди. Я не знаю. Все, наверное. Ну ладно, относи.
и лаврушечка. Твою мать, не подумал, что. Что? Перегрузил. Перегрузил? Перегруз. Перегруз. Ох, сейчас у меня будет праздник. Вот такой вот будет супчик. Вот так вот. Пускай прокипит. Потом в конце укропчик. И попробуем. Булькает. Булька. Так, ну что? Супчик прокипел. Я здесь порезала укропчик. И был у меня тут бесхозный, валялся зубочек чесночка. Туда его, чтобы не пропадал и чтобы не валялся. Вот. Супчик. Будет вкусненько. Так. Чесночок и укропчик. Вот так. Вот. Так вот. Супчик от куркумы такой желтенький. Вот курочка в нем варилась, но он не желтенький. Это же не домашняя курочка. Нет. Вот так вот. Все. Пробуем. Как красиво кипит. Ням-ням. Это не вам ням-ням, а мне ням-ням. Ничего не надо. Но как вкусно, ребята. Это вам не передать. Я же в него всю душу вложила, в этот супчик. А! Какой он красивый. Красота какая. Все. Сейчас чуть больше вот так вот. Последний штрих. Все выключила. Выключила и пускай. Вот так. Все. Суп готов. Все, включать звук можно, да? Вот это, ребята, нет пока. Вот это, ребята, брынза. Я не знаю, вот эта вот сыроватка, она соленая. Наверное, можно ее использовать для хлеба. Просто не солить. Да? О. Брынзочка. Ой, какой помидорчик. Вот спасибо, Наташа. Так вот. Вот так, наверное, порежу.
кажется, с вот таким вот соленой сыроткой будет вкусный хлебушек. Сырный такой. Так, вперед, режем сырик. Режем вот так вот. Толстенько прям. Чтобы было вкусненько. Вот так на каждую положим. Вот она маленькие. И еще маленькая вот. Ребята, травки. Травки у меня французские. Ну, они все равно вкусно пахнут, как и итальянские. И вот так посыплю. Вот так прям, знаете, разотру и посыплю. Можно еще полить оливковым маслом. Ну, у нас нет оливкового масла. Они и так вкусные. Вот. Это вам не передать, как вкусно. Класс. Попробуйте. Вам чисто помидор. Больше ничего. Сидят. Все, ребята. Все. А нам приятного аппетита. Мы пошли обедать.